ребята, своим снова я, Соня Стэй, и мы будем выращивать огород. Вот такой огород. У нас уже размочился вот этот огород. И сравните, вот этот сухой, а вот это мокрый. Вот это мокрый, это сухой. И вот этот сухой и вообще... Да. Чувствуется. Вот мы купили вот пакетик, тут сухой, мы его размочили. И вот такой он стал. Да, теперь можно его садить. Что мы еще будем садить, Соня? Вот эти... Базилик. Базилик, листья такие вкусные, цветочки. И цибулю. Так у нас уже вообще цибуля. Покажи ребятам цибулю, которую... За одну ночь у нас вырос результат. Вот за каждую ночь она росла и увеличивался росток. Вот такой он стал за ночь. Ну, будем насыпать землю. Ну да. Вот такой мешочек мы купили. Ребята, смотрите, как много земли. Что мы будем первое садить? Горох. Горох? Ну, давай. Вот, очень даже хорошая. Я скопаю одно место. Вот тут. Видите? Вот. Я сразу его полью. Горох наш. Угу. Вот. Вот. Я сразу его полью. Соня, так надо его в разные места. Ему не будет так места. Вот тут горох. Вот тут горох. Вот тут. Вот. Из нашего огорода. Там горох нам раскопал. Искатель приключений. Давай я уже поймала его добычу. Сейчас покажу, как выглядит цибули семена. О. Вот такие семена. Их в земле не видно. Не видно. Всю попой. Труси. Ого, сколько там семеночек. Так ты в одну лунку, потом во вторую. Угу. И во вторую. Сюда сидим. А в следующий раз мы еще горох досадим. Цибуля готова. Так, засыпала немножко? Да, я присыпала. Угу. Теперь базилик. Да, базилик тут. Будто бы росточки. Это будто бы росточки. Уже начали расти. Земля это будто бы росточки начали расти. А как выглядит базилик у нас? Давай посмотрим. О, как цибуля.
такие. Только это вытянутые, это вообще какие-то, это такие вытянутые, это прямоугольники, это не прямоугольники, это овалы. И базилик готов. Наш огородик готов. Та-дам! Ребята, мы еще посадим цветочки. Когда будет росточек, то есть, тогда мы его пересадим намного больше. Петунья. Видишь, какие у нас красивые будут? А ну давай посадим. Давайте поливать цветы и закапывать. Сначала закопать землей, а потом полить. Та-дам! Посмотрите, какая у нас красота. Вот тут, знаете, что это? Цибуля. Вот это горох. Вот это базилик. Да, базилик. Это петунья. Смотрите, какие у нас еще есть растения. Я когда-то их полила. Кактус. Это тоже кактус, только не колючий. Вот в таком горшке у нас растет тоже кактус. Ребята, если вам понравились наши цветочки, поставьте лайк. Каждому не жалейте. Всем пока-пока! И снова я была Соня Скай. И сегодня я растила растения. Бэнк! Я увидела.